Друзья, всем привет! Вы на канале Рыбачьи удовольствия. Меня зовут Роман, я из города Героя Мурманск. Сегодня тема у нас моего видео будет такая: как и куда подавать документы для выхода в море маломерным судам, ну, капитанам маломерных судов. Вот. В принципе, сложного ничего нету, будет все в описании. Номера почты, номера телефонов, куда звонить надо будет. Все это будет в описании. Также хотел бы сразу попросить вас подписаться на мой канал. Те, кто не подписан, пишите комментарии, лайки ставьте. Приветствуется очень. Так что, в принципе, что тянуть время? Давайте погнали. Для начала. Так, и для начала мы открываем первый же попавшийся поисковичок. Вбиваем приказ 454, приказ ФСБ, он потом выскочил уже. Открываем самую первую. Сайт. Берем. Те, кто не подавал, допустим, поставить на учет маломерное судно, надо в пограмоуправлении. То есть берем четвертое приложение. Копируем. Копируем. Так, вернем. Открываем бортовский документ. Вставляем. Ну и немножечко мы подкорректируем. Он должен быть. Так. Рекомендуемый образец мы нафиг уберем, он не нужен. Уведомление мы делаем так. Приложение к правилам. Так, ну и пишем. Пишем. Пограничное управление здесь заполняем. Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Арктическому району. Все это я в описании напишу. Пишите. От кого? Иванов Иван Иванович. Можно вот это вот наименование пограничного органа, подразделение, это все можете, наименование организации, форму. Это можете вообще удалить даже, чтобы у вас было на один лист выходило. Все это. Заполняете фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер паспорта, дата и место выдачи его, телефон свой пишите и адрес электронки. Также данные о судне пишите там, у кого какое плавательное средство. Допустим, у меня братан 460К. То есть я пишу здесь братан 460К. Заводской номер. Там на шильде у меня четырехзначный номер. Вот, я не помню какой. Государственный регистрационный номер в ГИМСе, которую поставили. У кого нету, допустим, лодка 99 в ГИМСе не зарегистрирована, тот пишет просто название лодки, номер ее, госномер, он не присуждается, как бы его не надо вписывать, просто прочерк делаете без номера, БН пишите, тип и мощность двигателя, то есть, допустим,
У меня Yamaha 30. Я так и пишу, Yamaha 30. Вот. Пристань, причал, пункт базирования, это у нас идет город Мурманск. Вот. Дата, подпись, расшифровка. То есть пишите. Все это отправляете на почту. Ниже будет написано, в описании будет. То есть отправляете это приложение. Следующее. Не сохраняем. Следующее, что мы делаем, в этот же приказ залезаем. То есть ищем шестое приложение. Также его качаем, все то же самое. Пишем, кому заполняем. Главное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Арктическому району, от кого? Иван Иванов. Ну и там все здесь расписано, как бы ничего сложного нету. Вот. Да, кстати, здесь маленькие данные о собственнике плавательного средства. То есть пишите свою фамилию, ну, на кого это зарегистрировано, в ГИМСе, допустим. Потом данный капитан, а кто будет ходить, может, мало ли, у кого-то на маму, на бабушку, на жену записана лодка, а капитаном являетесь вы, у вас есть права на управление маломерными судами. Вот. Намерен осуществлять лов рыбы. Вот. Географические координаты промысловой деятельности пишите. Побережье Баренцева моря. Деятельность с 15 марта сего года и по 15 октября тоже этого же года. На тот момент, насколько у нас разрешена навигация в Баренцевом море. Время осуществления промысловой деятельности круглосуточно. Ну, точнее, вы пишете, все пишут светлое время суток. Количество участников пишите там 2, 3, 4, 5, 10. Ну, сколько у вас лодка вмещает народу, столько и пишите. Лишним не будет. И наличие технических средств контроля обеспечивает пациенту автоматическую передачу информации о местоположении. То есть пишите «нет». Ставите число, но дату, подпись, расшифровка. И отправляете на вторую почту. Если же вы, допустим, у вас лодка зарегистрирована в Мурманске, и вам надо выходить в Сурагубы или Стериберки, вы решили выйти, вы опять же залезаете в этот же приказ, только уже пятое приложение. Это вот начали пограничники сейчас требовать. Пятое приложение, уведомление о смене причала. Тоже опять пишите главное управление Федеральной службы безопасности по Арктическому району, от кого там, туда-сюда. Текущий пункт базирования у вас там, допустим, у меня Мурманск написан. Хочу я выйти из Териберки, пишу Териберка. И данные полностью опять Казанка, там 5М, еще что-то. Госномер пишется и мощный двигатель. И опять же отправляете пограничникам. Если вы, допустим, сегодня сходили в Териберку, а завтра рыба вся на рыбачем, и вам надо выходить с Урагубы, то опять перед тем, как выходить, просто берете и отправляете, опять же качаете, фотографируете. Да, кстати, подписывайте все документы. Без подписи ни один документ у пограничников не, как сказать, он будет недействителен. Они не принимают во внимание это. Так что подписывайте все свои документы. Вот. Что еще хотел сказать? Да, в принципе, все. В принципе, как вы убедились, ничего сложного нету в том, как подать документы. Все, что будет нужно, я напишу в комментарии под этим видео в YouTube. Вот. Все будет расписано, показано, как и чего. Номера телефонов, почта будет 1-2 написана. То есть, если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, всем отвечу. Кому надо будет, свой номер телефона могу написать, и люди звоните. Ну, соответственно, в разумное время, до 7 вечера, каждый день по Москве. Звоните. С утра можете там, с 9, с 10, без разницы. Всегда отвечу, готов пообщаться. В
В принципе, всем пока. Спасибо за внимание.